Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Безумные монстры». И у нас с вами новый островок. Ну что же, приступим, но сначала я хочу... Ага, прокачать снегобума лучшим. Ну и, наверное, дробовичок. Окей. Так, что у нас тут на роботе, давай посмотрим. Он все воюет у меня, да? Так, я могу ему уровень повысить. Слушай, это шикарно. Так, получить 50 запчастей, да? Ну давай. Окей, тут у нас написано бой с боссом. Ну давай, посмотрим. Оу, этого босса я помню, носорога. Слушай, мы должны победить, в принципе. Ну-ка, если я так сделаю. На изи. Все-таки я так и не понял, что вот это вот за награда, а, друзья мои? Что вот это такое? Очень странно. Так, ладно, все, получаем с тобой вот это вот. Так, огненный дробовичок. Дальше у нас ледяная боеголовка. Жгучий улей. Последний аргумент. Бензопила. И пестициды. Так, получаем. Так, куда-то он у меня побежал дальше. Уровень локации 3. Ага, перешел на новую локацию, короче. Соответственно, новые враги, да? Волн будет 30. То есть он проходит 30 волн, потом переходит на следующую локацию. Вот еще, оказывается, что к чему. Ну, посмотрим. Ну. Так, волна вторая должна быть, да, ребята? Так все и происходит, отлично. Так, значит, он тут у нас дерется в офлайне сам по себе, но а мы тоже идем с тобой на драки. И это у нас пустыня волков. 6 волн. Поехали. Сейчас мы с тобой будем по старому принципу. Я оставляю за собой право огня. Да, именно дробовички, ульи, все жгучие, болючие. Так, естественно, естественно, ребята, будет все это сделано для того, чтобы применять динамит. Волчара минус. Так, этому тоже достался. Охламон. Ловите подарочек, ребята. Бум. Как хлопушки. Так, следующая волна. Тролль, иди отсюда. Давай-ка снегобум вызовем. Улей. Блин, а, это же у нас дед-псих. Точно, точно это он. Так, ладно, сейчас мы с тобой еще вызовем снегобума. Так, холодильник. Минус скелетоши. Так, динамит бросаем. Оу, а псих-то сейчас будет, блин, ребята, в колокол звонить. Не успел. Уу, и слава богу. И слава богу. Иначе бы он тут вызвал подкрепление. Так, у нас с тобой следующая волна очередная. Так, свинорыла, гринч и волчара. Ну, давай вот так вот сделаем. Для начала. Отлично. Так, из дробовичка. Плюс из пушки. Так, теперь, наверное, бросим с тобой вот так вот динамит. Замечательно. Так. Сейчас я этого гринча попробую ушатать. Да хорош. Ну и остался волчара всего лишь. Ну-ка, давай попробуем. Все, нормуль. Ребят, переходим с вами на четвертую волну. Не надо мне здесь ничего получать, потому что у меня вроде бы все норм по ХП. Единственное, что вот динамит надо закинуть. Окей, холодильник. Так, еще один динамит попробуем забросить. Там у нас ведьма. Так, минус двоечка, да, сразу же. И ведьма остается. Ну, ведьма у нас выбирает рандомно карту. Да ладно, не добили чуть-чуть. Улей, как говорится, ей в помощь. Опять. Не надо мне ничего, все у меня тут хватает. Что вы серьезно тут делаете? Так, тут у нас мороженка, да? С коньком. Что-то кому-то тут стращает, угрожает. Я не знаю, правда, кому. Нате-ка вам динамит. Жуйте, да не обляпайтесь. Так, минус амбал. Сейчас кого-то ребята заморозят, по-моему, да? Ай-яй-яй. Да чтоб вас. Ты посмотри, что творит, а.
Минус мороженка. Ну и волчара. Все, ребята, последняя волна. О, выкатился здесь. Блин, а может быть надо было... А ладно. Не подлечился, так не подлечился. Уже, как говорится, поздно махать, да? Клешнями. Давай-ка вот так сделаем. Так, бросим динамит, наверное. Ага. Так, голубь и волк остался. Но этого мы распилим с тобой. А вот голубь успеет нас ударить, к сожалению. И причем ударил так сильно. Ну что, казним? Казнить нельзя помиловать. Ну вот, ребята. Первую атаку мы с вами отвоевали. Так, мы получаем награды и, конечно же, будем их приумножать. Ну вот и фул награда. Получить, как говорится, и расписаться. И переходим с тобой на следующую битву. А следующая битва у нас с тобой с троллем. Пустыня волков, как всегда, 6 волн. Уровень уже 42-47. А какого я-то сам уровня? Кто мне подскажет? А я 37-го. Жестко. С каждым разом все сложнее и сложнее будет у нас. Ладно, посмотрим. Что мы здесь стоим? Не забывай, что у нас помимо уровня еще идет и уровень прокачки оружия. Так что это тоже немаловажный факт. Так, тихо. Электрика надо валить. Не вышло, да, ни шиша? Ну-ка, если... Блин, не то. Не то все это. Обмен. Но это не беда. Прощайте, ребятушки. Я буду по вам скучать. И переходим на... В плане. Ты что тут стоишь, главный охламон? Я уже думал, он тоже подорвался. Нет, у него осталось немножко хп. Так, барабан судьбы. Оу, ведьма, ё-моё. Успеем? Успеем бросить? Но не туда. Так, тихо-тихо-тихо. Давай-ка мы тролля отсюда уберем пока. Динамитик забросим. Так, по крайней мере, кактус мы с тобой точно уничтожим. Холодильник на ведьму. Так, этот охламон хочет меня ударить. Я вижу, как у него ручки чешутся, но он не успел. Ну и ведьма, соответственно, тоже, потому что снегобум. Да, уничтожает ее. Так, йети. Ага, волчара Джейсон. И тут у нас Гринч. Ну, давай, наверное, вот так начнем. Плюс улей. Давай. Плюс барабан судьбы. Отлично. А, дробовичок успеем? Успеем. Ну и динамитик. Ай-яй-яй. Что? Эй, хорош, 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 ребята. Я не так хотел, на самом деле, все, чтобы выглядело. Так вы мне карты-то разморозите или нет? Или это насовсем вы заморозили? А, нет. Разморозил. Но поздно. Так, сейчас я его добью. Нормуль. Так, ждем следующую партию. Не надо здесь. Бросаем туда вот этот 5Х динамит и всех. Слушай, я, честно говоря, думал, что он всех уничтожит сразу же. Но почему-то не вышло. Враг такой крепкий, что ли, а? На тебе улей. Так, этот тоже уничтожается. И у нас остается снеговик. Ать! Ударило все-таки меня. Распил. Переходим на пятую волну с тобой. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, блин, тут кальмар там еще, осьминог. 58 тысяч хп остается, да, у этого хламона. Давай, дробовичок. Дальше, наверное, бросим с тобой динамит. Блин, смотри, сейчас этот будет хилять, скорее всего. А он может. И он хиляет не кисло. На тебе, блин, не смогу добить. Ты посмотри, сколько он здоровья восстанавливает. Да, ребята, чувствуется, чувствуется уровень. Так, ну-ка, давай-ка попробуем из пушки. 13 тысяч хп всего лишь остается. На тебе, улей. Махает там, достал уже. Распилить не получится. Конечно, это бред полный. Это полный, ребята, бред. Динамит есть только. Но осьминог еще жив. Ать, успел все-таки ударить меня. Так, друзья мои, нам надо смотреть с вами рекламу. Надеюсь, этого мне хватит здесь выжить. Поехали. Так, грифона немножко сдвинули. Так, волчара получил.
Снегобум. Так, пока заморожен, этот горит. Холодильник. Еще одного заморозили. Ать, волчара ударит. Волчара ударил меня все-таки. Посмел. Холодильник. Так, давай-ка, наверное, мы бросим с тобой динамит. Кто у нас погибнет? Отлично. Грифон минус. Также мы с тобой голубя сейчас уничтожим. И остается волчара. Ну, для него пушка, ребята, предназначена. Сейчас я подожду. Поехали. Все. Получили аптечку с тобой. Это шикарно. Тут у нас разыгрывается бензопила. Слушай, ну неплохо. Неплохо. Может быть, даже мы с тобой сможем прокачать сегодня бензопилу. Дай-ка я зайду специально и гляну. Достаточно ли мы карточек насобирали? Нет, а вот снегобум может вполне улучшиться. 38 уровень, 39 даже. Отлично. Так, что у нас вообще тут есть хорошего, а? Дай-ка я гляну. У нас есть красные карточки, которые именно по огню? Нету, блин, а когда я вот это вот все смогу открыть, а? Скажите-ка мне на милость, почему мне вот это вот все не выпадает? Ты посмотри. Сколько тут еще персонажей, сколько еще всяких видов оружия. Почему я не могу это все получить, а? Не дают, понимаешь, ребят, не дают мне пока. Так, ну ладно. Давай-ка посмотрим, что у нас там робот делает. На какой там он волне? Оу, битва с боссом. Кстати, я могу его прокачать. Окей. Уровень 4. Так, ладно, фиг с ним. Битва с боссом. Ага, я помню этого хламона. На-ка тебе. Слушай, а мы же как-то можем прокачивать, по-моему, да, нашего робота? Так, победа. Ну все, 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 хорош, давай. Просто получаем с тобой. Я не буду здесь, ребята, смотреть рекламу, да? Как говорится, лишнее время тратить. Когда же ты прокачаешься? Нам... А, вот. Так, сколько у нас с тобой? 246 деталей. Мы можем вместимость, да? Атака. Так, локация уровня 5. Открывается у нас с тобой новая там способность какая-то. А вот эту я могу ему прокачать? Нет. Нам нужны чипы какие-то, видишь? Наносит плюс 63 к урону своей пушкой. Угу, по переднему монстру. Чипов пока у нас с тобой нету. Ага, на 5 уровне локации открывается новый перк какой-то. Так, ну, я думаю, что нам нужно с тобой, наверное, вот это качнуть. И вот это. Это у нас вместимость, получается, да, нашего рюкзака. Окей, это у нас... Так, группа навыков 2. Подожди-ка, а в чем смысл группа навыков 1 и группа навыков 2? Честно говоря, я... Группа навыков 2. Что-то, если честно, не особо догоняю. А чипы у нас с тобой есть. Ага, вот, мы можем прокачать, ребята. Улучшай навыки. Ага, значит, вот эти навыки все-таки нужно прокачивать, да? Вот, ребята, видишь? Прокачивается вот здесь вот. Все, я теперь понял. Это у нас идет, видимо, на основную, его, как говорится, характеристику боевую. А это уже на именно навыки, то есть... На вот эту вот, на пушку, да? На перки, одним словом. Все, ребят, я понял. Так, ну что, он пока у нас тут довольно неплохо, я смотрю, разбирается. Прям рубит конкретно, смотри. Я думаю, до 5-й локации он сегодня у нас дойдет. Так же, как и мы с тобой пройдем этот остров волков. Или как там? Пустыня волков. Ну что, поехали, тут у нас с тобой грозовая туча будет разыгрываться. Поехали. Будем сейчас всех наказывать. Но враг все-таки становится, скажем, разом все сильнее и сильнее. Ну что, поехали, грифончик. Так, давай-ка снегобум вызовем. О, грифон сразу отдупился. А, какой-то он ватный оказался. Ладно, фиг с ним. Ну что, распил будем делать, да? А, не хватило, чуть-чуть не хватило. Тихо-тихо-тихо, ты там со своей крысой. Уже хотел, видимо, мне закинуть, но не тут-то было. Пошел он. Вторая волна. Окопался, да? Так, заморозим.
Так, нам нужно, наверное, того заморозить еще как-то. Или динамит бросим. Давай динамит бросать. Хотя мне не нравится вот этот вот осьминог. Ой, осьминог. Как его звать-то, елки-палки, я уже забыл. Мухомор, конечно же, ребят. Как я мог забыть гриб мухомор? Вот объясни мне, пожалуйста, а? Так, ну ладно, давай пса этого увольнем. Так, тихо-тихо, из пушки. Пошел отсюда. Третья волна. Угу. Так, давай, наверное, воу, вон он. Сейчас он мне все карты спутает, ребята. Вот, уже. Уже все испортил мне, а? Засранец. Теперь будем по рандому бомбить. Фиг знает, кто тут, что тут. Снеговик минус. Это уже радует. Так, тихо, давай туда. Динамит. Так, осьминог минус, а вот этот еще ханорик будет жить. Пока. Все. Жизнь его оборвалась. И мы переходим на четвертую волну. Так, тихо, пока не надо нам ничего получать здесь. Дед зомби, это, конечно, хорошо. Но лучше бы ты был сзади, а, дедуль. Ты меня, если честно, нервируешь. Когда стоишь на переднем фланге. Да ладно, еще и все удары по нему пришлись. Ну ты представляешь, а? Он же сейчас опять встанет. Он встанет и начнет прыгать, естественно, на передний план. Вот, они, еще и каждый по удару мне сделал. Зашибись. Так, ну-ка, улей. Так, минус волчара. Да чтоб тебе, мне нужно вон того ханорика подбить. Куда ж ты бомбишь-то? Холодильник, сработай. Вы специально, вы издеваетесь, да? Меня сейчас распишут. Ребят, меня сейчас тут уничтожат. Блин, зачем я так делаю? Хотя ладно, пускай он там лежит. Мне бы главное вот с этим, вот с гоблином разобраться. Куда ты бросил? Так, гоблин сгорает. Отлично, и дед тоже вместе с ним. Так, ребят, тут надо смотреть. Ну, давай начнем, наверное, с холодильника. Раз, теперь барабан судьбы. Сейчас хочу просто на динамит себе накопить хорошенько. И кидануть его. Ну-ка. Зря. Зря это было сделано. Ну-ка, смотрим урон. Так, а этот еще выжил, да? Блин, дед. Как ты меня, вот нервируешь и все. Нам нужно его убрать. Поменять местами. Вот так вот. А этот сейчас бомбанет очень сильно. Я боюсь, как бы нам тут, ребят, крышка сейчас не приснилась. Я не могу понять, почему этот дед все забирает на себя, а? Объясни-ка мне на милость. Мне придется хильнуться. Я другого варианта не вижу, ребят. Иначе сейчас просто распишут и все. Вон тот ханорик очень сильно бьет. Есть, наконец-то мы его уничтожили. Ну что, дед, это тебе за все? Блин, он еще на дорожку меня ударил. Прикинь. Так, шестая волна. Поехали. Барабан судьбы. Дальше дробовичок. Окей. Давай-ка вот так вот сделаем. Разочек хотя бы. Давно я это хотел сделать. Так, подпилили маленько. Теперь холодильник. Пора бросать. Динамит пора бросать. А успеем ли мы? В принципе, успеем. Так, минус двоечка сразу будет, да? И остается у нас гоблин здесь, прыгающий. Ну, гоблин, пора тебе отдупляться. Все, прошли с горем пополам. Тяжело, конечно, было. Так, ну что, удвоим? Окей. Фул, как говорится, награда. И у нас последняя, по-моему, с тобой волна. Угу. А вот она, что у меня тут-то поджидает? Получить награду уже так быстро. Давай получим. Так, не буду я, ребят, здесь смотреть рекламу. Просто с тобой заберем и все. И дальше его отправим. Пускай идет, путешествует. В конце от концов. Ну, а нас ждет вот эта вот прелесть. Возможно, награда. Угу, снайперская винтовка. Ну что же. Хотя она мне, как говорится, и не нужна. Хотя, может быть, в дальнейшем будет нужна. Ну а на данный момент как бы я и без нее неплохо справляюсь. Так, барабан судьбы.
Гринч мне тут не нравится, совсем не нравится. Первые враги самые легкие, поэтому они быстро уничтожаются. Но эти что-то, я бы не сказал, что быстро уничтожаются. Так, сейчас волчар еще ударит меня, а? Посмотри. Сдулся Гринч. Так, дай-ка я барабан судьбы, наверное, сделаю. По волку-то будет, да. Но не так, как я хотел. Секунду, 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 волчара. Распилили мы его с тобой. Шикарно. Так, пока я ничего не хочу получать от вас. Слушай, дробовичок так мало наносит урона. Единственный плюс, что он поджигает противника. Это да, тут не поспоришь. Так, дай-ка я брошу, наверное, динамит туда. В эту кучу. Сразу двоих убрали с пути. Бросаем улей и делаем распил. Четко. Третья волна. Так, подожди. Не надо нам пока ничего. Бумс. Улей. Так, барабан судьбы. Блин, вот барабан судьбы бы прокачать было бы классно. Но он так редко выпадает нам. Так, давай холодильник. Ой-ой-ой, заморозка сейчас будет, заморозка. Твою же налево, а. Совсем не успел. Волчара минус, это тоже минус. Ну и, как говорится, сладкий леденец тоже отдуплился. А вот тут, наверное, придется глянуть. Ну что у нас тут? Ага, грифон. Так, ребята, узнаете этих ребят, а? Енот вместе с этим. С Грутом. Я есть Грут. Да на тебе. Попилим чуть-чуть. Так, теперь бросим улей. Ага, в этих двух братушков, да, попали. Теперь дробовичок Дони. Ать. А теперь мой дробак. Динамит, конечно же, дробовик. О чем я? Так, грифончик, блин, он меня успеет ударить на дорожку, ты прикинь. Звезданет своим топориком. А мы его попилим тогда. Все. Пятая волна. Пока мне здесь ничего не надо. Ай-яй-яй, смотри, карга там старая стоит. Твою же, блин. Как она меня раздражает. Вот серьезно тебе говорю. Вот меня вот эта ведьма больше всего убивает. Давай вот так вот сделаем. Ага. А если вот так вот? А если еще и вот так вот? Нет, шутки шутками. Блин, не то сделал. А что это делает у нас с тобой вот этот флакон? Я не могу понять. Этот, я понимаю, обнуляет. Твою же налево. Так, давай. На тебе. Слушай, смотри-ка, дед. А дед-то не рисанулся? А почему? Не знаю, ребята. Дед должен был рисануться. Он же погиб не на последней... Не на задней волне линии, да? Но он не воскресился. Странно. Нет, я наоборот только рад этому. А ну-ка, давай еще бомбочку запульнем. Так, динамит. Минус двоечка, да? Этот остался охламон здесь. Блин, заморозить его надо. Все, а нет, какой все, ё-моё. Ох, какой живучий, ты посмотри на него. Ну вот, друзья мои, мы и расквитались с нашими врагами. Получаем полностью награду. А уровень там не получили мы сейчас с тобой случайно? Давай посмотрим. Ага, до уровня нам еще, ё-моё. Почти 4 миллиона копить надо. Слушай-ка, смотри-ка, здесь будет босс у нас. Ха. Следующая серия будет интересная, друзья мои, потому что здесь боссера. Слушай, а с таким боссом мы уже дрались вроде бы, да? Сейчас я проверю. У нас с тобой сшитый Фрэнки был, да? Был. Вторая его версия. Так, секундочку. Это у нас носорог. Или же не было такого? Да нет, по-моему, был такой боссера у нас. Так, это ледяной. Блин, платорез. Бесявый. Это не он? Сейчас, подожди секунду, еще раз глянем. Хм.
Так, носорог. У нас что, носорог был два раза боссом? Вот он, по-моему. Да, ребята, был. У нас была первая версия этого босса. А дальше уже пойдет вторая версия. Ну, раз мы с первой смогли справиться, да, то я думаю, со второй тоже. Я, честно говоря, не помню особо, чем он там действует. Ну да, он будет усиленный. Тем более в разы. Ладно, мы до него доберемся еще. Уши ему надерем. Так, опа. Прокачиваем, конечно. И все? А чего мне не хватает? Скорее всего, деталей. Так, как мой робот там поживает? Давай-ка посмотрим. Да, бой с боссом. Сейчас он, кстати, перейдет на новую, ребята, локацию. И, соответственно, у него появятся новые возможности. Ага. Все-таки я не понимаю, что вот это такое. Получить. Так, ладно, хорош тут. Все, забираем с тобой скопом. И он ушел на уровень локации 5. Еще и уровень при этом получил. Шикарно. Так, ну а мы заходим вот сюда. Да, друзья мои, увеличивают шанс крит удара на 2,5%. Снарядить. Вот так вот. Тут у него еще, оказывается, будет выбор. Мы всего 3 перка можем с тобой носить. Так, ну-ка, если я... Ага, ты понял, да? Сюда кликнул и сразу же здесь чип прибавился. Понял. Ну давай посмотрим, что это за крит удар у нас. Да, он в разы быстрее, ребята, начинает валить врагов, как ты видишь. Но рюкзачок мы ему нехило, да, улучшили. Он будет... Ты посмотри, по удару практически делает. Все. Два удара и врага нету. Ну смотри, тут уже 50 врагов нужно ему победить. Для того, чтобы перейти на уровень локации 6. Самое интересное, что, ребята, когда мы даже в игре с вами не находимся, он все равно бомбит врагов. Понимаешь, он прокачивается. Тем самым набивает рюкзак. И мы заходим с тобой, получаем награды. Вот это мне очень сильно понравилось. Так, ну что, я думаю, нам, наверное, еще стоит с тобой сыграть. Ну, я не пойду на свалку к Тиме. Не хочу. А вот здесь, пожалуй... Подожди, подожди, подожди. Стоп. Блин. Остальное у нас с тобой... В откатах, что ли, все? Твою ж налево, блин. А я-то хотел... Так, в бой. В бой, в бой, в бой. А ты не помнишь, в чем у нас тут суть? Ну-ка, давай проверим. Почему я здесь не прошел тогда? Здесь, по-моему, Басяра, да? Плоторез, если я не... Да. Здесь, ребята, Плоторез, и я его не смог забомбить. Потому что, ну, это бесполезно его тут бомбить, ребят. Ну и что я тут с ним сделаю? Да ничегошеньки. Да, если только... Ну, предположим, так... Улей в него, да? Еще рыбу. На заморозку. И будем надеяться, что холодильник попадет именно по нему. Хе-хе. Слушай, а вдруг мы его сейчас... Какой хил, блин? Так, холодильник. Не туда ты. Не туда. Улей. Да опять ты не туда. А? Ну что ж ты будешь делать? Холодильник. Понятно. Восстанавливает здоровье. Пришел осьминог. И этот еще отдуплился, а? Естественно, ребята, он себе здоровье полностью восстанавливает. Вот именно из-за этого я его и тогда и не смог уничтожить. Угу. Ну-ка. Да, именно из-за этого. Ну что, если я даже рыбу выпущу? Нет, ребят. Слушай, если... Давай ускорим, наверное. Их звозило, ну потому что здесь все равно, ребята, без шансов его победить. Так, окей, проиграли мы. Обновить события, но это опять же все с самого начала. Да. Ладно, друзья мои, будем тогда на этом закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.